мы получили первые кадры ракетных ударов, снятых рядом с авиабазой. Это видео показало сирийское телевидение. На них запечатлен момент, когда ракеты «Томагавк» попадают по объектам на базе «Шайрат». Российские власти заявили, что взлетно-посадочная полоса аэродрома практически не пострадала, несмотря на то, что 9 самолетов были уничтожены. Британское правительство заявило, что ракетный обстрел стал адекватным ответом на варварское использование химического оружия сирийским правительством. Переходом от слов к действиям назвал удар по сирийской базе вице-премьер Турции, а канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд возложили ответственность за произошедшее исключительно на Башара Асада. «Я считаю, что данная операция была ответом на химическую атаку. За этим должна последовать реакция на международном уровне в рамках ООН, при которой можно было бы применить санкции против Башара Асада и воспрепятствовать очередному возможному использованию химического оружия, а также действиям режима против своего же народа».